Посмотри, какое разрушенное здание какое-то тут. Так, машина справа. Сзади, точнее. Хорошо, если знаешь. А то здесь крутой такой поворот, можно вылететь. Да. О! Какое-то строение. Сейчас на секунду остановлюсь я. Очень интересное какое-то строение. Да. Партизаны здесь местные скрываются, гуанчи, которые еще остались живыми. Вот. Такая вот Испания у нас. Дороги здесь, конечно, когда ты едешь на велосипеде вниз, это очень классно, но когда надо ехать вверх, то это уже получается не езда, а хождение пешком, при том вместе с велосипедом. Скорости меня просто убивает, прокручивается. Педали невозможно нормально ехать. Так, куда-то мы забрались. Вообще нам надо вон в тот город попасть. Мобиль срулил. Так, спокойно. Нормальный спуск. Так, поехали. Сейчас главное не тормозить, чтобы на скорости чуть-чуть вверх забраться. Ну и естественно, чтобы в машину не врезаться. Так, переключаем на вторую, потому что вверх надо подниматься.
нормально. Самые пасты, вот такие виражи, которые крутые, машины не видно, поэтому надо держаться правой стороной. Теперь на третью. Вон там гольф у нас. Гольф-площадка. Также желательно смотреть, не едет ли сзади машина. Это дорога должна быть. Да, это круто. Главное, чтобы она не скользила. Быстро нельзя ехать, иначе в грязи будем. Уже, да? Ты имеешь в виду велосипед или я сам? А, ну велосипед еще ладно. Надо, чтобы высох. Так, делаем передышку. Надо изучить маршрут. У этих супер спортивных велосипедов нету этого крыльев. Да. Слушай, а ты нормально проехал? Ну, я не поехала на грязь. А. И поэтому остановился. Умный в гору. Да. Умный гору обойдет, да? Так, в общем, здесь дороги-то и нет. Вот хоть... там дорога, кажется. Да, поэтому мы не туда заехали. Значит, нам надо на ту сторону. А-а-а, нам надо оттуда снизу проехать, получается, нет? Да, да, да. Да. Просто по карте смотришь, что тоннель, я так понял, что это так не туда, и туда, конечно. Один. Вон, видишь, там проезжает. Сейчас мы узнаем, то есть с той стороны он, получается, есть. Такие вот дела, обломчик тут у нас произошел с тоннелем. Хотя изначально правильно туда поехал, но все равно не туда заехали мы. Такие вот дела. Что, друзья, находимся в Испании. Что у нас? Вот. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.